Мы приехали в Шарджу посмотреть небольшой аквариум. Называется Шарджа аквариум. Трогать звездочку. Как ощущение? Это камушек. Как камушек? А звездочку ту? Вон там дальше. Не, не хочу ее трогать. Потрогай, она такая, знаешь, как корявая какая-то такая, шершавая тоже. Как будто палец цепляется, да? Покажешь это? Что это? Вот лобстер, вот он. Ускил. Все, что видели, внизу за стеклом. Теперь можем подняться сюда и посмотреть сверху. Помещение с большим количеством рыб, разнообразным количеством рыб. Аквариумы чистые, все очень интересно смотреть. Там даже можно было потрогать вот эти вот, не знаю, кто там, огурцы какие-то морские, звездочки. Очень интересно. И то, что вот последняя зона была с тем, что... Ну, связано с экологической мусор, проблемой. Да, с экологической проблемой связано. Это очень грустно из-за того, что мусор весь вот так вот складируют куда-то на берегах океана, морей, и все это волнами выносит. Вот из-за этого гибнут рыбы. Сюда обязательно нужно приехать. По сравнению с аквариумом, который находится в Дубай-Молле, это вообще несравнимо. Мы вышли из аквариума. Вот, и подходим к музею. Шарджа, Монтайн музей. Мы купили билеты в аквариум, и вот с этими билетами можно сюда зайти.
нравится. Это что-то типа зоопарка. Здесь несколько зданий, музей, зоопарк. Вот. Один билет, 15 дирхам стоит. Ксень, какие впечатления остались от летучих мышей? Они вроде бы прикольные, интересно смотреть, но они прям какие-то противные. Ну класс, я первый раз их видела. О май гад, ко мне. Mother giving for mouse food. No, not my ear. Come on, let's move. Uh-huh. Oh my god. He likes you. Don't try. В общем, мы сейчас стоим у Уфамского ботанического сада. По вот этому вот одному билету мы можем пройти. Какой булочка, зап? Елочка. А, елочка? Все зеленое, деревья зеленые. Там вот дальше пустыня за мной, песок. Очень круто. Подъехали к третьему зданию, помещению, не знаю, как зоопарку. Называется оно Children Farm, детская ферма. Вот, здесь маленькие попугайчики, такие вот клеточки, животные, птицы. Здесь находится много домашних животных.
попугаи, утки, индюки, даже ослики есть. В некоторых странах они же тоже домашние животные, ослы. Есть специальные корзинки, у них, видимо, раньше, ну, было сено, то есть ты можешь тут убрать и кормить животных. Такое небольшое здание, через которое нужно пройти, и там будет ферма. Территория, на ней находятся 4 объекта. Детская ферма, потом ботанический сад. Объект, вот сейчас, в котором мы были, это тоже такой ботанический музей, то есть там рассказывается, как менялась наша планета, вот, в разные этапы времени. Также есть 4-й объект. Это, получается, похоже на зоопарк. Называется. В общем, там находятся все млекопитающие, да, которые находятся, живут в разных местах арабских стран. В общем, вот там змеи, лягушки. Дикие животные. Да, дикие животные, все хищные такие. Садятся на тебя. Такие все большие. Можно даже на ручку взять. Здесь такая температура комфортная для них. Ну и для нас как бы тоже и не душно, и не жарко. Или, да? Через 2-3 недели должны появиться. Да. А эти 3-5 дней. Яйца, да? Маленькие. Твои лапками лепчатся. Здесь у бабочек несколько домиков. Сейчас мы пришли во второй. Они, наверное, отличаются, да? Да. По видам.
Здесь какие-то небольшие, очень красивые летают. Подожди, вот это ладошка, а это бабочка. Обалдеть. Здесь оказывается целых 4 дома бабочек. Вот мы сейчас в 4-м. Красиво. Мы сейчас приехали в магазин, в огромный магазин, называется Dragon Mart. Это как китайский рынок. Ну, здесь есть и супермаркет большой Carrefour, ну и много китайцев, кто продает свою продукцию, товары, как на рынке, только как в большом моле. Вот все расставлено здесь. Вещи висят. Подушки, одеяло. Обувь, как на рынке. И там внутри обувь, и тут снаружи. Кстати, зачем мы сюда приехали? Мы приехали за тем, чтобы починить велосипеды. Вот эти вот. Как ни странно, но в Дубае тоже иногда воруют. У нас поснимали тормоза и ручки. Идем чинить. Мы приехали в Грик Парк. Один из парков Дубая. Это здание называется Children's City. Там, видимо, что-то для детей, какие-то развлечения. Вот. Также тут на территории есть дельфинарий. Так вот, все зелено, красиво. Вот здесь стоит 5 дирхам, и можно оплатить картой, которую мы оплачиваем в метро. Вот этой вот серебряной карточкой. Подходим к воде. Здесь такой вот белый песок. Аж глаза слепит. Такая красота. Здесь вода вот такого вот желтого цвета. Это вот старая морская вода. То, что он заходит с залива, не обновляется здесь. Вот он вот так вот желтеет. Ну, берег такой. Но сам парк красивый.
зона зеленая, можно босиком походить, полежать. Вода, конечно, тут грязноватая, купаться не стоит. Так просто приехать прогуляться. Очень даже хорошо тут. Такие вот здесь есть деревья. Наверное, какие-то древние. Здесь вообще как на морковку какую-то похожую упавшую. Вот они-то купали, и все равно растут корни, такие здоровые. А еще на одном из деревьев есть вот такой вот, такие вот плоды растут. Я не знаю, как эти деревья называются, но у них внутри здесь семечки. Вот. Такие вот большие. Вот они, семечки, плоды. Такая красота. Приехали в район Дейры, в место, которое называется Wall of Old Dubai. Старый Дубай.